Вот первый час работы новой нашей печки. Жили столько лет без печи, обходились. Но последние годы приходилось несколько раз уезжать по снегу. И решили все-таки, что печь нужна. Без печи как-то в деревенском доме плохо. И вот в течение 2 дней ставили. И, наконец, поставили. Не дымит. Греет вообще как ужас. Как хорошо. Вот ее первые часы жизни. Сегодня какое число у нас? 12. Вот. 12 октября 2015 года. Это серьезный. В мяу-теремке появилось огненное сердце. Это красивая печка, правда? Очень, вообще классно. Я сидел рядышком и смотрел туда, как эти языки играют на поленях. Меня другое поразило. Я сейчас полностью все закрыл, и она все равно горит и горит и горит. Откуда воздух берется, вообще непонятно. Вот. Хорошо. Вот такая печка.